Скидки всем подписчикам в магазине яблочной техники applejesus.ru, а также в самом крупном в России сервисном центре для ваших яблок appleproblem.net. Привет всем и добро пожаловать на 39-м выпуске рубрики iOS Chart, рубрика, в которой мы рассматриваем лучшие бесплатные игры и приложения недели. Поехали! И начнем мы с игры Vainglory. Это онлайн-стратегия в жанре моба, которая на данный момент является единственной качественной мобильной альтернативой десктопной Dota 2 и League of Legends. А за качество можно благодарить команду разработчиков, которая состоит из бывших сотрудников Rockstar Games, Blizzard и Riot. В игре имеется 4 режима игры. Public Match, то есть соперники выбираются рандомно, тренировка, где вы играете исключительно сами с компьютерными оппонентами и тренируете свои скиллы, режим практики, в котором вы играете один против всех, и режим пати, в котором вы можете приглашать своих друзей и играть вместе с ними. На данный момент в игре 10 персонажей, все они отличаются разными скиллами. Рекомендую опробовать всех персонажей для того, чтобы понять, что вам больше всего по душе. Кстати, я тут почитал блог разработчиков о этой игре, и они сообщают, что в будущем будет добавляться еще больше героев, а также, к примеру, в самое ближайшее время добавят чат, чтобы можно было общаться прям как в дотке, да и приватные сессии появятся, а может быть даже и турниры. Игра разработана на новом движке Apple Metal, так что графика тут просто кайф. Да и под все устройства она оптимизирована просто идеально. Игра, если так можно выразиться, воспроизводится в 60 кадрах в секунду. Картинка очень плавная. На единственной, я так понимаю, на данный момент карте 1,3 миллиона полигонов. Детализация прям very good. О игровом процессе рассказывать я не буду. Что тут делать, всем известно. Отмечу лишь, что все интуитивно понятно и играть в игру приятно. Внутренние игровые покупки присутствуют, но понадобятся они только, если вы сразу же захотите быть круче всех. Ну а так-то игра называется Vainglory и всем любителям долгого залипания в стратежке рекомендуется. Следующая игра на сегодня называется Flick Shoot 2. Это продолжение всеми любимого футбольщика, в котором вам надо, собственно говоря, просто бить по воротам. В игре присутствует 6 режимов игры, 2 из которых покупаются за немаленькую сумму. Первый режим называется «Задача». В нем вам надо набирать определенное количество очков за определенное количество ударов. Не достигаете цели, начинаете заново. Следующий режим называется «Аркада». В нем вы тупо бьете в свое удовольствие, и игра заканчивается только тогда, когда вы 10 раз промазали поворотом. Третий режим немного криво назван. Выбрать время наступления. По сути, это просто игра на время. Вам дается 60 секунд, за которые вам надо набрать как можно больше очков. Каждое попадание в ворота плюс 1 секунда. Ну и последний, четвертый режим, который доступен бесплатно, в нем вам просто нельзя промахиваться. Про последние два ничего, увы, рассказать не могу. Также имеется мультиплеер, в котором делаются ставки, и в случае победы, что логично, вы получаете двойную сумму вашей ставки. Также присутствует мини-игра, в которой вы можете выиграть определенную сумму денег, если вам встретятся 3 одинаковых таблички. Ну а также присутствуют миссии, за которые вы получаете вознаграждение. За заработанные денежки можно покупать новые мечи и форму, ну и, разумеется, рубиться в мультиплеер. Игрушка в целом норм, время скоротает. Однозначно рекомендую. Flick Shoot 2. Третья игра на сегодня называется Stick Hero. Смысл этой игры заключается в том, что вам надо прокладывать переправы через мостик, причем если вы хотите больше очков, то идеально ровно красной линии, а также перебегая через него вам надо собирать вишенки. Переправу-то замутить, конечно, легко, но вот попасть ровно на красную линию очень трудно. У меня это получилось раз 5 из 100. Думаю, игра поможет вам тренировкой оценки расстояний на глаз, правда для этого предстоит немало так потренироваться. За собираемые вишенки, кстати, разблокируются новые герои, которые можно увидеть только после покупки. Игра называется Stick Hero, в общем-то рекомендую попробовать. Последняя игра на сегодня называется Call of Duty Heroes, и по идее это не что иное, как Clash of Clans. То есть идея абсолютно та же. У вас своя база, которую вы развиваете, у вас своя армия, с которой вы проводите атаки на другие базы, вы зарабатываете деньжата, на которые строите новые сооружения, добываете различные материалы, в общем то же самое, что и Clash of Clans, только под немного другую тематику. Разве что очень понравилась идея поддержки с воздуха, где вы сможете либо стрелять с пулемета, либо же сбрасывать бомбы. В общем, если вы фанат игр такого жанра и вам надоело стандартное окружение в Clash of Clans, то Call of Duty Heroes для вас, господа. Единственное приложение на сегодня — это приложение News Republic, которое совсем недавно после успеха в других странах начало работать с русскоязычными источниками. В данном приложении вы можете выбирать категории новостей, которые вам интересны, к примеру, политика, спорт, технологии, а также выбирать отдельные источники, которые вам больше всего интересны. Раньше я пользовался приложением A-News, у которого идея была схожая, но ввиду того, что они до сих пор не оптимизировали приложение под новое устройство, я перешел на это приложение, потому что делает оно то же самое и даже лучше. Называется приложение News Republic.
А на этом, в общем-то, все. Скачать данные игры и приложения можно либо по QR-коду, который я показываю перед переходом к следующему приложению или игре, или же по ссылке из описания этого видео. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на оба мои канала, вступайте в группу ВКонтакте, Flow73 Инстаграме и, конечно же, не забывайте оценивать видео. Всем пока!